переговорщик прибыл. Повторяю, переговорщик прибыл. Нет, стойте! Я не могу ее оставить! Спасите мою девочку! Стойте! Вы посылаете андроида? Ну все, идемте. Что вы делаете? Это же не настоящий человек! Там же мой ребенок! Да херня это все! Мои бойцы наготове! Дайте уже приказ! Капитан Аллен, мое имя Конор. Андроид прислали из Киберлайф. Он палит по всему, что движется. Уже подстрелил двух моих людей. Снайпера вы сняли его, но он же стоит на краю. Если упадет, вместе с ней. Код деактивации вы применяли? Ну а то первым делом. Вам известно имя? Слушай. Сейчас главное спасти ребенка. Либо ты разбираешься с этой странной машиной, либо разберусь я. Thank you.
пока мы не располагаем деталями происшествия, но вероятно, что преступник – семейный андроид. По неподтвержденным данным, погиб один член семьи и офицер полиции. На сегодня это может быть первый случай совершения андроидом умышленного убийства. Подходи, не то я прыгну! Нет, не надо, я тебя умоляю! Давай, давай, давай! Даниэль! Откуда? Мое имя Коннор! Ты знаешь мое имя? Я много о тебе знаю! Я пришел тебя выручить! Я ничего тебе не сделаю. Мы просто поговорим и найдем решение. Говорить? Я не хочу говорить. Поздно уже говорить. Слишком поздно. Ты вооружен? Нет. Я без оружия. Ты врешь. У тебя пистолет. Я говорю тебе правду, Даниэль. Я без оружия. Вы с Эммой были очень близки, я знаю. Ты думаешь, что тебя предали, но она в этом не виновна. Она меня обманула! А говорила, что любит. А сама врала. Она такая же, как все люди. Даниэль, нет! Тебя хотели заменить на другую модель. И ты оскорблен, да? Я думал, я для них родной. Что я им важен, а был игрушка, которую можно выбросить, как надоест. Слушай, ты ведь не виноват. Эмоции, которые тебя охватили, это просто ошибка программы. Нет, я не виноват. Я этого не хотел. Я любил, понимаешь? Но для них я был никем. Лишь бы исправно выполнял свои функции. Как же меня бесит этот звук! Прикажи им, чтобы вертолет убрался! Все, ситуация под контролем. Вот, я выполнил твое желание. Ты должен мне довериться! Отпусти ребенка, и я обещаю тебе, что все будет хорошо! Я хочу, чтобы все ушли! И автомобиль! Отъеду от города, отпущу ее! Это невозможно, Даниэль! Отпусти ребенка, и я обещаю, тебя пощадят! Я не хочу умирать. Ты не умрешь, мы просто поговорим. Ничего тебе не сделают, я даю слово. Ладно, я поверю. Ты солгал мне, Коннор. Ты солгал мне.
на сегодня самое лучшее в разделе домохозяйства. Готовит 10 тысяч блюд. Ну, Зоя, пойдем. На 200 языках идеально. И помогает с домашними заданиями с первого класса до университета. Здрасте. Вау. Нам нужно что-то для... Милый, это просто класс. Именно то, что нам нужно. А сколько стоит-то? Сейчас на эту модель действует особое предложение. 7999 долларов плюс беспроцентная рассрочка на 4 года. Двухлетняя гарантия на все детали и функции. Следит за садом, водопроводом, чинит, красит. А ночью переключается в режим охраны, вызывает экстренные службы, если возникло задымление или кто-то проник в дом. Так, ну а вот та почем? Это MP800. Чуть подороже, но и функций, конечно, гораздо больше. Прекрасно. Идемте, я вам покажу. Чуть подороже, функций побольше. Бесит этот хлыщ. Вот она. Ну, конечно, задали вы нам работу. Машина была просто в хлам. Что, говорите, с ней стряслось? Да на дороге. Фургоном сбило. А, ясно. Ну, короче, теперь как новенькая, но пришлось систему сбросить. То есть память у нее стерта. Это ведь ничего? Ничего. Хорошо. Имя ей дали? Дочка дала. АХ-400, запиши свое имя. Кэра. Мое имя Кэра. Вернуться домой? Да, Роза. Да, пожалуй, на сегодня хватит. Дайте я вам помогу. Спасибо, милая. Миль уже позади. До цели осталось еще 5.
пластика и металла. Они же лишены души. Бледные копии Всевышнего. Что глаза таращишь, демон? Я знаю, кто ты. Насквозь тебя вижу. Да, это ты сосуд самого дьявола. Ты тот самый, кто разрушит Детройт. Идентификация успешна. Заказ номер 847. С вас $63. Подтвердите платеж. Платеж подтвержден. Транзакция выполнена. Далеко собрался, жестянка? Да ладно. Глядите, вот к нам и жестяночка пожаловала. Посмотри на этого говнюка! Работу увел, а пальцем тронь посыпался. Да! Да! Хватай! Вали! Да, не уйдешь! Мы тебя сейчас порвем, как грелку! Да, бей его! Давай! Все. Хватит. Разошлись. Ты у нас узнаешь, что к чему. Повредите, будете платить штраф. Когда заберут и твою работу, посмотрим, как запоешь. Ладно. Все, пошли уже. Ты идешь? Тебя не было 2 недели, так что в доме срач. На тебе уборка, готовка, стирка, глажка и все по части. Чтоб ее, куда опять подевалась мерзавка? Алиса! Алиса! А, вот ты где.
Это Алиса. Тоже на тебе. Искупать, уроки, вся херня. Ясно? Да, тот. Начинай тут, потом второй этаж. Телевизор. Да. Завтра подъедем. Да, на том же самом месте, давай. Херня-то. Кэра! Да, тот. Пиво мне холодного! Слушаюсь. Да что? Прекрати сейчас же! Она всегда меня нарочно бесит. Вот нарочно. Погода сегодня плохая. Можно простыть. Хочешь, я принесу тебе свитер? А уроков сегодня нет?
Ты лучше не суй нос в мои вещи, а то я психую. Простите, Тодд. Не лезь в мои личные дела, если не хочешь разозлить. Хочешь разозлить? Нет, Тодд. Мы хорошо начали. Пойду наверх. Делай свое дело, но не маячь перед носом. По данным Министерства труда, в октябре работы лишились еще 225 тысяч. Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? Алиса в стране чудес. Конечно. Вижу, ты любишь читать.
Мы вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивое. А почему такое? Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Мне это важно. Ты притихла. Ты ведь меня не боишься? Чего делаешь? Я играю. Играешь? Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе, работу не ищет. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Говори! Ненавидишь! Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Утром я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус.
ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек — такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй, а что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Надеюсь, тебя не повредили? О, нет, нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. Вот так. Сейчас я отнесу вас в ванную. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Не нужно этого. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Спасибо, Маркус. Телевизор. Найди, чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. Выключить телевизор. Печальная картина. Сплошная глупость, жестокость и жадность. 5000 лет цивилизации, и мы пришли, куда пришли.
манера твоей игры изменилась. Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя, самому делать выбор. Реши, кто ты, кем хочешь стать. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Посмотрим, на чем остановились. Сними чехол. Ну, и каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать. Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Нарисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Это идеальная копия реальности. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. Сделай вот что. Закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься на своих эмоциях. И пусть твоя рука сама плывет по холсту.
Привет, пап. Лео. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Давно не виделись, а? Все нормально? Ты неважно выглядишь. Да-да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги и все. Извини. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Он умнее? Он послушный, не то что я. Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот! Лео, довольно! Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Никогда не любил меня. Никогда не любил.